Единственный храм в России, носящий имя преподобного Макария Египетского при Санкт-Петербургском национальном минерально-сырьевом университете Горный, отметил свой престольный праздник. Богослужение возглавил духовник студенческого православного братства протоиерей Владимир Сорокин. Людей в храме не очень много, зато все по-уютному и по-домашнему, говорят прихожане. Студенты и преподаватели очень чтят святого преподобного Макария Египетского. Он является покровителем горного искусства. Зачастую в сложных, неразрешимых ситуациях, связанных с этой профессией, люди обращаются к нему за помощью. Ответ по молитвам приходит скоро. На проповеди, посвященной престольному празднику, протоиерей Владимир Сорокин не только рассказал о подвигах святого, но и призвал студентов никогда не забывать об этом. Мудрость церковная, что память святых людей, память таких аскетов, он же жил в пустыне, он был человек очень высокой, строгой жизни. Но вот Церковь Христова говорит, что вот эти качества душевные, которыми он обладал, они для нас тоже не являются чуждыми. Нам каждому Господь дал такие же качества, только что их надо развивать, помогать усваивать, зная опыт наших предшественников. Ум дал Господь для того, чтобы мы действительно учились, соотносили все и жили по заповедям Божьим. По словам студентов, престольный праздник для них – особый день. На самом деле престольный праздник в нашем домовом храме Горного института – это для нас всегда очень большая радость, потому что у нас всегда собираются те, кто у нас когда-то учился, те, кто у нас раньше служил, те, кто хотя бы как-то связан с нашим институтом, с нашим храмом, именно в этот день они все приходят, и поэтому на литургии в престольный праздник нам особенно радостно видеть всех этих людей, которые с нами уже как-то пересекались, как-то связаны, но объединиться в молитве общей за литургией – это, конечно, особенная радость. Студенты любят своего небесного покровителя. Жизненный опыт Макария Великого, его добродетель, такие как смирение, кротость, вера и мудрость духовная, являются для них примером. Уже не первый год при храме существует студенческое православное братство, которое занимается благими делами. Этот праздник действительно для нас, для всех очень важен, для студентов, поскольку Макарий Египетский, он является покровителем нашего храма, он является покровителем, ну, нас, студентов, конечно, потому что мы прибегаем к его помощи в учебе в основном, поскольку для нас важно учиться хорошо. Вот. Вообще, мы часто приходим в этот храм, читаем ему канон, вот, и чувствуем его поддержку, конечно. Горный университет – один из немногих учебных заведений, следует за духовными традициями, которые передаются из одного поколения горняков в другое. Радостно осознавать масштабы трепетного отношения к святыням и к устоям у студентов петербургских вузов.